Такие красивые розочки цветут. Стасик любит цветы. Очень хорошие розы. Это у Европы в Берлине. А пахнут хорошо? Да, прекрасно. Приятно? Какие розы обалденные. Как раз дарить женщинам. Каечка, это тебе. Спасибо. И эти красивые розы. Красивые. Ага. И пахнут приятно. Да, да. Все правильно. Вон какой цветочек. Такие розы. Украинцы. Видишь, такие розы в Европе. В Берлине. Эти хорошо пахнут. И в селе тоже в Мостищах есть розы, кстати. У Гали есть розы в селе. Очень хорошо пахнут. Обзор роз. Роскошная клумба роз. Ой, пахнет красиво, кстати. Да я слышу запах. А мне видно красиво в эти. Маечка Стасика прямо подходит под эти розы. Ой, рай. Ну, снимай меня. Если хотите рай на земле, приходите на эту клумбу. Вот тоже. Видите? Интересные розы тоже. Видите, как ромашки. Они любят бжолки съедать. Кстати, пчелу нельзя в Германии убивать. За это штраф огромный. Еще